Йоу, всем привет, вы на канале White Nigga, и по многочисленным просьбам снимаю выпуск по стантухе, и в общем, как-то так получилось, что мы сегодня будем кататься с вами на трех мотоциклах, в плане, три супермото будут у нас, ладно, два супермото, прям реальных супермото, мой красавчик получается, Husqvarna EC450, у друга KTM SMR450, у Руслана и у Малены мотард получается, с фары там со всеми пирогами, короче, вообще прям круто, лютая тима. Пацаны, очень классно, очень круто мы прокатились. В общем, все в выпуске вы увидите. Ребят, напоминаю, я разыгрываю мотоцикл. Вы можете его выиграть всего лишь за 500 рублей. Участие стоит 500 рублей. Повторяюсь, участие стоит 500 рублей. Вот, скоро-скоро мы уже его разыграем. Блин, давайте, пацаны, поднажмем немножко. И все, уже разыграем этот, наконец-то, байк. Реально, мотоцикл абсолютно новый. Вообще ни разу не выезжал. Давайте я просто к нему поближе подойду. Блин, немного здесь все тесновато уже стало. Черт возьми. Так, короче, вот у нас Charmax RX280 на 172 моторе с балансировочным валом, на алюминиевых колесах. Абсолютно новый, просто можете посмотреть на эти вот эти волоски. Короче, это у нас просто называется новый мотоцикл. Короче, как-то так. А еще вы можете у меня приобрести наклеечки, стикер-паки, тоже по ссылочке в описании. Как-то так, ребят. Да, как-то так. Всех обнимаю за такой лютый актив, как просто паровоз какой-то идет, бэп. Я прям все комментарии читаю, всех обнимаю, всех обожаю, короче, вы все прям молодцы. Ну и для этого я для вас стараюсь, как бы делаю такие классные видосы. Так что не поленись, поставь лайк авансом, напиши комментарий. И как-то так, все. Не буду задерживать твое время на болтовню. Ты пришел смотреть видос, погнали смотреть вместе со мной. Let's go. Заебись. Мы на спорткарах. Вообще, у меня у одного ничего нет. Все жесть. О, поехали. Так, всем привет, вы на канале White Nigga. И сейчас вы не представляете, что свершилось. Маленочка справа и Руслан слева на КТМе. Два КТМа и одна Хускварна. Круто. Короче, мы сейчас едем прямо в стритуху, покатаемся. Я постанчу, будет классно. Сейчас поедем, наверное, на Пушкинскую, потому что там классный качественный свет белый, и там будет все красиво. Let's go. Все, едем. Пом-пом-пом-пом-пом-пом. Ой-ой-ой, у кого-то фара есть. Check it out, John, in the house, John. So I can show you and flow and let the people know. So
пум-пум-пум, пурум-пум. Еее, еще кадры будут со стороны, пацаны, как вы хотели. Пизда-то. Фух. Ебать, все смотрят просто. Так, короче, сейчас какой план действий у нас? Мы сейчас с вами едем все прямо. Получается, нам нужно сейчас попасть на Удмуртскую. Вот. Заебись, охуенно. Чё? Перестроился ты сразу на вторую? Да, дурачок, согласен. Да, сейчас на 10 лет, если чё. На 10 лет. Смотри, спортбайкеры. Мусора были. Мусора? На встречку попались, да. Около, напротив Омеги. Поехали. Мы его догнали. Да? Enough.
вечер, когда мне стало 10. Эти рэперки хуесос, они меня все бесят. Путь света, музыка, все мои ко мне бесит. Вижу фракталы, меня вкинул чистый эйс. Вот мой инструмент, и в моих руках умелый. Ключи целы, я ключи целы. Нет, я не дерусь, ведь ты не мой белый. Ты не мой белый, челик, ты левый. 15 я снабжал уже весь центр. Меня любил район, да я джину с добрым сердцем. Кто пойдешь против нас, и я устрою всем пиздец. Мы не вернулись срок, и мы поставим на... Чё, как доехали? В меня вот маэски влетел. Тут не размазался он? Мне повезло, я только видел, как они летят мимо шрапнели. Пиздец. Капец, пацаны, жарко, девчонки. Капец, пацаны, жарко. Жесть. Прям жопа. Смотри, сейчас будет трюк. Сколько баксов дашь? Срока мы поставим на проценты. Мой белый любит грабить, не умеет по-другому. Лучше спрячь свой айсен, зафитасит по-любому. Я снова вышел, и я как будто снова ожил. Пусть любой мне не нравлюсь, и они мне тоже. Хули ты не сожжешь, и с мэнта мало позже. Следи за базаром, или будешь уничтожен. Я маэстро, и я айстал. Это трэп хаус, лучше watch out. Наступил им наебал, и теперь по ним шагаю. Раньше отпускал их, но я больше не прощаю. Степ, 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 это я по ним шагаю. Раньше отпускал их, но я больше не прощаю. Как все идет, мне нужно завязать с рэп. Как все идет, нужно кататься без острепа. Как все идет, только без... Пацаны, ну секундочку внимания, ребят, просто вот смотрите, что у меня есть. У меня есть, короче, каюхи вот такие вот, 140-очка, 125-очка, которая, короче, вообще без сцепления у нас. Просто нажимаешь, заводишь и газуешь сразу же. В общем, чисто тапочками так вверх-вниз переключаешь и прям здорово. Вот, а, кстати, напоминаю, скоро выйдет видос с Кавой, так что я думаю, все его уже ждут. Буквально вот на этой неделе должен выйти еще выпуск с Кавой, где мы носимся, короче, как в жопу ужаленные осами, на заднем, на переднем, переворачиваемся просто вообще наглухо на каве. Да, прям у меня в лесу, прям на моем споте. Хоум спот. Ладно, но, в общем, не об этом я хотел с вами поговорить. Смотрите, что у нас есть. Мы с вами делали инвестиции в компанию CIP. Сейчас хочу показать, что у нас получилось. 7-дневный вклад у нас еще не закрылся. Мы, получается, делали вклад на 7 дней. Прошло 5 дней. Пацаны, еще вклад у нас не закрылся. А посмотрите, сколько мы уже заработали с вами. 900 рублей. А еще осталось целых 2 дня. Там, мне кажется, короче, косарик точно будет. А я сделал вклад, как и обещал, на 30 тысяч рублей. Что вот у нас получилось? 30 тысяч рублей. За 7 дней мы с вами заработали 1000 рублей почти. Так, и мы делали еще вклад, получается, на один день. Сейчас я вам покажу, сколько мы там, по-моему, 10 тысяч закидывали, да. На 10 тысяч рублей один день вклад. Так, короче, мы заработали с него 50 рублей. Как-то так, пацаны, короче. Ну что, погнали, выведем, ну, хотя бы десяточку надо же вывести. Погнали, пацаны. Так, нажимаем вывод средств. Ой, тут у меня карточка, палить не буду ее. А давайте выведем 10 тысяч рублей. Так, продолжить. А, пожалуйста, вывод средств у вас запрошен. Так, проверяем. Все, супер, 10 тысяч рублей мы вывели с вами. В общем, ребят, кто хочет проинвестировать в компанию CIP, ссылочку оставляю в закрепленном комментарии. Переходи, но опять же, думай, инвестиции, это как бы там есть риски туда-сюда. Так что думай своей головой. Ну а мы погнали смотреть видос дальше. Булочка с маком меня ждет. В уш. Отойди отсюда. Можешь его откатить? Кого? В уш. Кого? Вош. Вош. Он с ума сходит, уже не трогай меня, блядь, говорит. А если его украсть? Мне кажется, тебя найдут. Это вуш, а не вош. Так я сперва в уш говорил, ты не понимаешь. Я говорю, вош. Короче, пацаны, мы сейчас заехали в ленту. Ну, я рассказываю, что было. Покушали, перекусили.
Теперь мы снова готовы покататься. 7 секунд до старта. 4, 3. Выхлопом я Руслану в лицо залетело жестко. Где? Направо? Или нет? Поехали прямо! О, я рыгаю. Рыгать охота. Куда вы едете-то, А где камера? Я убрал портфель. А, бля. Я уж думал, ты потерял ее. Думал, блядь, да. Это возможно. Надо хотя бы очки обычные. Не, хуйня, еще хуже будет. Прикинь, там ветер прямо тебе в глаза залетает. Я не знаю, как это происходит, но в общем как-то. Сука, ебать угарно будет. Такие, знаешь, еще тоненькие, черные. Блядь. Вот угар. Прикиньте, чуть в шлем не плюнул. Я забыл, что я в шлеме. Сейчас, короче, еду и плюнуть хочу, и, блядь, забыл, что в шлеме. Пиздец, сейчас бы плюнул. Фотка? Я мотоцикл фоткаю, не важно. Да выглядит люто, конечно, со стороны 3 супермото. Пиздец, пиздец. Поехали.
Направо! Ну вот такой у нас видос получился, я надеюсь, он вам всем понравился. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, если ты еще не поставил, напиши комментарий обязательно, какое ты хочешь вообще, пожелание какое хочешь написать, чтобы там видосы, может, чаще с кавой были, может, какие-то обучалки по станту снять, как стопить делать туда-сюда, может, на заднем лупить, может, no hand, ну, может, вообще без рук, может, вообще... Оу, скрепы, ма-а-а-у. Короче, ладно, я разыгрываю байк, кто пролистал этот момент, кто забыл, короче, я разыгрываю Charmex RX 280, абсолютно новенький. Мы уже скоро его разыграем, поэтому переходи по ссылочке в описании и пиши «хочу Charmex, хочу байк выиграть», и я тебе отвечу. Вы были на канале White Nigger, всем спасибо за просмотр, всех обнимаю, всех целую, всем пока-пока.